Всем привет, с вами Темный Ниндзя и Мир 4. Итак, у нас с вами цепочка поручений. Королевское сокровище 1, 2 и 3. За каждого дают 2, 3 и 4 дракончика. Итак, что нам нужно по ним сделать? У Огисика на вкладке сокровища сделать 3 вот этих вот мечика. На мечи нужно, соответственно, 2, 3 и 4 фрагмента старого меча. Фрагменты эти берутся в зале печати на волшебной площади. В принципе, вот все. Хотите дракончиков, если срочно надо, делайте. Это не сложно, как бы ничего никого убивать не надо. Надеюсь, кому-то будет полезно. С вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.